Кінокиїв. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокиїв. Уікенд. На Київ.ФМ. Всіх вітаю зі студії Київ.ФМ. Звати мене Микола Полосін. Це програма «Кіно Київ», де я щотижня говорю із кінопрофі про кіно, про різне кіно, яке змінює життя, яке надихає і яке також допомагає вирішити певні проблеми у соціуму та в світі. Власне, сьогодні ми будемо говорити з Анною Міщенко, авторкою фільму, документального фільму «Не дитячі слабкості». Ань, привіт! Власне, фільм «Не дитячі слабкості». Як з'явилась ідея, бо це актуально, як я вже сказав, і важливо, і що ви хочете цим фільмом сказати, якщо будемо так потроху вже починати? Мы сняли этот фильм совершенно недавно. По какой причине? Я занялась проектом, который касается зависимостей. Зависимости в Украине. Он касается как взрослых, так и детей. Детей в первую очередь. Как показывает международная практика, запрещать ничего нельзя. И для того, чтобы говорить с детьми, говорить нужно только на их языке. Поэтому мы попробовали создать фильм предостережения для несовершеннолетних путем привлечения туда селебрити. Как видим сегодня, спустя полторы недели, наша идея была достаточно успешна. Угу. Ну, якщо я поясню і нашим радіослухачам, і ютуб-глядачам, що у фільмі, я так розумію, більше підіймаються саме проблеми нарко- і алкозалежності у підлітків. Да, вопрос зависимости несовершеннолетних, ага. Почему они пробуют, как они приобретают, что они чувствуют, какой опыт был у селебрити. В фильме снялись Коля Серьга, Калуш, Скай Олег Собчук, Саша Тап и Фейс, рэпер. Каждый из них рассказывает свою историю, связанную с наркотиками и зависимостью, что происходило с его головой, с его близкими, когда он понял, что эта история за чертой, и что им помогло вернуться обратно и больше не возвращаться к наркотикам. Аня, скажи, будь ласка, а чому от вирішила? Це, напевно, не просто ти зранку прокинулася і сказала, так, зніму я фільм «Не дитячі слабкості», так? Це було якесь дослідження, якісь матеріали, якісь розмови, зустрічі і так далі, де ти зрозуміла, що врешті-решт це можна зняти фільм, який дасть змогу ситуацію хоч трохи покращити. Я не рассматриваю фильм как позицию, которая улучшит ситуацию. Фильм был снят почему? У меня 20 лет зависимый брат, это мой родственник. Ему 38 лет, он находится в центре социальной реабилитации. За 20 лет, достигнув определенного успеха в бизнесе, я по сей день не нашла ответа на вопрос, что делать. В сентябре прошлого года я сняла свой первый фильм, он назывался «Косачевка». Это центр реабилитации, через который прошли 16 тысяч человек в этой стране. Это гражданская тюрьма, это явление, которое просуществовало больше 10 лет, успешно как лечило людей, так и не лечила в зависимости от судеб, и которая была закрыта СБУ в 2017 году. Я не являюсь профессиональным кинематографистом, но это моя история, которую я хочу в этой стране решить без медиа, достучаться до подростков и без медиа достучаться до кого угодно сегодня в этой стране нельзя. Медиа, фильмы, лидеры мнений, они рулят пространством не только медиа-пространством, а и законотворческим пространством как таковым. Ну, в принципі, ти знаєш, дуже от часто бувають такі історії, що якщо людині щось болить, да, в неї була така ситуація схожа з нею, з рідними, з близькими, і вона розуміє, що з допомогою якогось продукту, да, якогось проекту, можливо, можна щось змінити, принаймні спробувати. Якщо є в тебе можливість і бажання, ти це робиш, так виходить? Да, я примкнула к Институту будущего. Это такая институция в Киеве, которая занимается прогнозированием и законотворчеством. За полгода мы провели национальные исследования. Надо сказать, что в Украине, по данным социологическим, каждый пятый алкоголик зависимый, каждый десятый наркоман, чтобы мы с вами не обольщались в результатах. 53% из этих людей агрессивные. Они уносят вещи из дому, они обижают своих близких, они обижают своих соседей и так далее. То есть проблема на каком-то этапе достигла такого масштаба, что не говорить о ней странно. Но вопрос зависимости – это межведомственный вопрос. Нельзя тыкнуть пальцем в какого-нибудь министра и сказать «исправь это». Невозможно. Это скорее вопрос национальной безопасности. Мы пишем закон, мы планируем до конца месяца внести его в Раду. Я собрала вокруг себя юристов, политиков, экспертов, медиков. Я облетела полстраны в поиске специалистов. А фильм – это одна лишь
5 ступеней для того, чтобы оголить вопрос и показать обществу, что с этим пора что-то делать. Сегодня наркотики распространяют дети возраста 9-13 лет, потому что они декриминализированы. Именно они являются главными закладчиками. Як з'явилась ідея? Як з'явилась ідея в тому плані, що дійсно селебріті, зірки, артисти, вони, як знаєш, це не те, що еталон, а це як, напевно, нагальний приклад того, як було і як сталося, і як може бути у тих, хто, на жаль, зараз страждає від цього, правда? Шоу-бізнес – це місце, де алкоголь і наркотики являються одной из основополагающих частей творчества. И те артисты, которые говорят, что это не так, они либо лицемерят, либо они, ну, очень не похожи на других. 90% артистов и лидеров мнений первый раз, выходя на сцену, обязательно употребляют алкоголь. Человек, который приходит с концерта, его бьет энергия, он не может просто так лечь спать. Он либо должен научиться медитировать, либо он глушит это алкоголем или наркотиками. У меня есть большой опыт работы с шоу-бизнесом. У меня есть компания, которая называется Celebrity Marketing. Я продаю артистов брендом. У меня было ивент-агентство. Я неплохо знаю артистов украинского шоу-бизнеса. И ребята, которые сняты в фильме, это истории, о которых я знала от них или от их менеджеров. Это ребята, которые не скрывают этот опыт, и которые, как Коля Серьга сказал в интервью, которые готовы поделиться этим опытом, чтобы кто больше не наступили на их грабли. Чтобы просто не пошли по их пути. Mm-hmm. И несовершеннолетним это нравится. Они чувствуют, что их кумиры Фейс, Калуш, Тап, они говорят на их языке. Если вы посмотрите фильм, вы обратите внимание, там есть мат, там есть обороты, которые используют в подворотнях, там очень искренние истории, которые пропускает YouTube. Но именно так они сегодня понимают действительность. Именно так они чувствуют это. Щодо героїв фільму, так, яких ти вже назвала, артисти шоу-бізу, вони, в принципі, я так розумію, без проблем погодились, бо це така соціальна місія, напевно, кожного з них, хто долучився до твого фільму. Да, это социальная миссия. Если говорить про Олега Собчука, Sky, он вообще по профессии является социальным педагогом, и вопрос алкоголя в его жизни сыграл очень большую роль. Он расскажет об этом в интервью, оно выйдет в пятницу, маленькое, как со-интервью к фильму. Он 5 лет потратил для того, чтобы перестать употреблять алкоголь, и для того, чтобы стать сегодня человеком здорового образа жизни и вернуть ту свою карьеру, которая у него была. Коля Серьга рассказывал о том, как он благодаря грибам и прочим веществам перестал понимать, где граница действительности, где граница фантазии. Саша там рассказывал, как он более 20 лет кололся, при этом будучи артистом, имея 2 маленьких детей, это, ну, большая история. Калуш рассказывает о своем опыте, как это назовем его, фантазией или нет, но mm-hmm. Калуш, он продавал что-то, да. Mm-hmm. Мы говорим об артистах языком понятным, а главное, они оголяют душу, они это прошли. В этом не может признаться человек, который находится в зависимости сейчас. Есть такое понятие в зависимости, как ремиссия. Нельзя вылечиться, можно быть в ремиссии, да, что ты больше не употребляешь, пока ты снова туда не слетел. И это дорого стоит. Также в фильме порядка 20 студентов мы сняли возраста 16-20 лет, которые рассказывали, что такое для них наркотики, что они для их друзей, и как стыдно не употреблять, как стыдно сказать парню, что я не хочу, ты же ему перестанешь нравиться, или как они глушат свою пустоту, или как они глушат свои отношения с родителями. Там очень детально показаны разные стороны. Там есть ребята, которые доказывают, что марихуана сегодня — это такой же образ жизни, как и легкий алкоголь, и они не видят, в принципе, жизнь другой, да, и ничего плохого в этом нет. Это независимость. И в конце фильма мы использовали хороший прием, не все вошло в монтаж, мы спросили у каждого героя, запишите видеообращение о себе, если вы снова начнете употреблять или станете зависимым. И парень, который отстаивал свою позицию по поводу марихуаны, он в конце говорит себе: чувак, ну ты же так все контролировал, как это произошло? И именно такими материалами, я думаю, что дальше будут другие материалы на эту тему вокруг зависимости, я хочу оголить этот вопрос в обществе и наконец-то заставить государственный аппарат что-то делать.
Аня, дуже глибоко, дуже дійсно важлива тема. Знаєш, вона в принципі, ну, отак постійна, да, вона така константа, щось змінюється, щось не змінюється, щось покращується, щось погіршується. А хочу спитати, окей, артисти, вони впевнені, вони говорять це в голос. Як знайшла отих студентів, які погодились про себе розказати відверто, так? Я до вчорашнего дня преподавала в университете, я просто бросила клич своим студентам. Я не просила студентов, которые рассказывают о своих каких-то зависимостях. Mm-hmm. Нет, я спросила у них, что они думают по поводу употребления. И правда ли, что употребление сегодня для ребенка 14-20 лет – это норма жизни? Правда ли, что во дворе везде мутки? Правда ли, что купить наркотики легче, чем купить алкоголь? Наша социология говорит, что наркотики в два раза легче купить, чем серьезно? Алкоголь. Вы знали, что соли, оказывается, можно разводить в воде и подсыпать шуточно друг другу? Для этого не надо нюхать или колоть. Сегодня все поменялось, но об этом не принято говорить. Так вот, мы спросили у них, а как это на самом деле? Что вы чувствуете по-честному? То есть, что тебя заставляет взять и понюхать это? Что тебя, где ты знакомишься с наркотиком в целом? Знаете, что самое интересное? Оказывается, первое знакомство, первый этап к наркотикам – это алкогольный энергетик. Где-то лет в 14 они начинают, может, раньше пробовать алкогольный энергетик. И вместо обычного ощущения алкоголь дает расслабление, они получают эйфорию. И этой эйфории становится им мало. Наркотики – это просто следующая ступень. Мы с вами начали на радио Киев. Если вы обратите свое внимание на Гулливер, это торговый центр, который есть в центре, и посмотрите на тех ребят, которые собираются возле Гулливера пятницу, субботу, воскресенье, посмотрите, что они там делают, в каком они состоянии, что они употребляют и что происходит в центре города, вы сильно удивитесь. Ань, скажи, будь ласка, в нас, в принципі, часу поки ще не так багато, але ті, хто нас почує, ті, хто нас побачить на YouTube-каналі Київ FM, якому форматі фільм вийшов у форматі фільму, да? Масло масляне, але ти кажеш, що є, виходять короткі окремі інтерв'ю з кожним із героїв. Це вже є на YouTube-каналі твоєму. Розкажи потроху, хто нас почує, побачить, де вони можуть знайти цей фільм, і, власне, його формати анонсують, що ще будуть виходити короткі інтерв'ю. Интервью с героями окремо, так? Канал называется «У Мищенко», он находится на YouTube, там лежит большой фильм, который называется «Не детские слабости», там уже есть интервью Саши Таба, есть интервью Калуша, Коли Сергея, это короткие интервью до 20 минут об их истории употребления, об их истории выхода из этого, и, в принципе, о них немножко. Следующее интервью выйдет в пятницу, это будет интервью Олега Собчука «Sky», как раз оно будет в преддверии тура. Хочу сказать, что все артисты, которые приняли участие в фильме, нас не просто поддержали. Коля Серга вчера выступал на международном антинаркотическом лагере. Это ребята, которые находятся в центрах реабилитации, съезжаются на море, и там с ними работают мотивационно. Коля поехал вчера, выступал для 400 этих ребят. Олег Собчук едет в пятницу, 8 числа едет в тур по Украине на велосипеде под флагом «Незалежный» и будет рассказывать людям в регионах на своих квартирниках о том, как важно смотреть на себя и смотреть на своих детей. Важно сказать, мы не говорим про употребление взрослыми людьми, мы говорим только про детей и про тех, кто уже имеет психические расстройства ввиду употребления. Все остальное — это позиция взрослого человека. Он имеет право делать все, что он хочет, пока он никому не мешает. Слухай, ну, дійсно, цікаві речі, які ти кажеш, і це дуже мудро, знаєш, з твоєї сторони, як, в принципі, людині, які не все одно, мені здається, отак, не все одно, що відбувається у неї у дворі, у їх домі, да, у друзів, у знайомих, у колег, в країні, в світі, в принципі, отакі маленькі люди, які створюють навколо себе отакі, я не скажу там, центри допомоги, а якісь речі важливі для суспільства, вони трохи покращують наше життя. Скажи, будь ласка, щодо фільму. Він же вийшов на YouTube-платформі. Що бачила? Які коментарі під відео? Що напевно, цікавить людей? Що вони питають? Або, можливо, це неприйнятно для них? І таке може бути. Що вже почула? Получили почти 170 тисяч просмотрів на сьогодні. Где-то порядка 5 тисяч лайків цього фільму. І где-то 200... порядка 200 комментариев. Людям заходит такой формат, им важно, что эта тема поднимается. Молодежь возмущается на тему фильма, что вот вы все такие красивые в белом пальто, говорите, что вот эти не употребляют, те не употребляют, да все употребляют.
каких-то критических комментариев о том, что нет, не делать. Люди благодарят нас за проделанную работу. Я хочу сказать еще спасибо блогерам, которые нас поддержали. Когда мы запустили фильм, мы обратились, наверное, к сотне блогеров в этой стране, попросили их запостить наши тизеры в Инстаграме. Нас поддержали блогеры общим охватом, по-моему, в 4 миллиона. И они выкладывали, і їх аудиторія прийшла смотреть. Тобто люди понимают, блогери, Аня, а от із 100 більшість погодилась? Із 100 блогерів умовно, да, якщо більшість? Ну, наверно, процентів 30-40. 30%. Да, угу. Да, це дуже хороший показатель. Це говорить о том, що людям не все равно, і вони теж оцінюють масштаби цієї проблеми як критичні сьогодні для сім'ї. Особливо в розрізі дітей. Угу. Угу. Окей, Ань, буквально ще в нас кілька хвилин залишається на завершення. А ті люди, хто подивляться цей фільм, так, які зайдуть на YouTube-канал Анна Міщенко, подивляться окремі фрагменти з героями. Що б ти, як авторка цього фільму, хотіла б донести до підлітків, і в тому числі до їх батьків, до їх оточення, да, врешті-решт? Будь ласка. Мы не собираемся никого лечить, мы точно ничего не запрещаем. Мы хотим, чтобы вы задумались о том, что причины, которые кажутся вам индивидуальными, такими как отношения мальчика-девочки, пустота, отношения с родителями, поводы забыться, спрятаться, они не уникальны. Это психологические проблемы, с которыми сталкиваются подростки и взрослые в целом. Поэтому, если вы с этим столкнулись, прежде чем чего-нибудь понюхать, подумайте, а точно ли оно этого стоит. И подумайте о том, какие последствия вас могут ждать. А то, что касается взрослых, дорогие взрослые, смотрите за своими детьми. И если вы их любите, то у них нет повода никуда бежать. Почти все интервью, которые мы провели, все, что мы сняли маму парня, который чудом остался жив. Все из-за того, что детям не хватает родительского внимания. Внимания и по-честному любви. Всегда. Аня, дуже дякую тобі. Анна Міщенко була сьогодні з нами, авторка фільму «Недитячі слабкості», який вже є на платформі у Міщенко в Ютубі. Ви можете переглянути. Так, саме до вас, Ютуб-глядачі, звертаюся. Ну і радіослухачі, почувши це, мені здається, це важливо. Це важливо і добре, що є кіно, кінематограф, фільми, які можуть змінювати, покращувати, полегшувати врешті-решт життя дітей, життя дорослих, усього світу, Києва, України. Ань, дякую тобі ще раз. Бажаю тобі більше натхнення. Ти молодчинка, що створюєш важливі продукти, не просто посміятись, відпочити, а ще й чуть-чуть задуматись і зробити життя когось із людей легшим і приємнішим. Дякую тобі. Спасибо большое. А звати мене Микола Полосін. Це проект «Кіно Київ». Я нагадаю, що щотижня ми говоримо з кінопрофі, бо кіно, як ви бачите, воно не тільки розважає і полегшує життя, а ще й дає змогу вирішити проблеми, які є, але від них не варто відмовлятися. Тому дивіться кіно і хай ваше життя вдасться. Ну а з вами ми вже побачимось і почуємось наступного тижня в рамках проекту «Кіно Київ». Пока. Кіно Київ. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ. Уікенд. На Київ FM.